За год до начала Второй мировой войны 10 ноября 1038 года Мустафа Кемаль Ататюрк скончался. Новым президентом был избран Исмет Иненю, а 19 октября 1039 года был подписан трехсторонний британо-франко-турецкий договор о дружбе и взаимопомощи. После капитуляции Франции, сохраняя союз с Великобританией, Турция заключила с Гитлером пакт о дружбе и ненападении, а в день нападения Германии на СССР Турция официально объявила о своем нейтралитете, чтобы вскоре избежать возможных советских нападок. С начала войны Турция искала место, где больше пахнет победой. Она утешала немцев промышленной помощью, а союзников словами, якобы они не любят Германию. Турки не решались вступать в войну из-за долгих военных действий Германии в СССР, плюс хорошие торговые отношения с Британией также давали повод Турции не вмешиваться в войну. Лишь 23 марта 1945 года Турция на документах объявила войну странам Оси, вскоре став страной-победительницей, также избежав репараций и потери земель. Спустя год появляются партии под силой международного сообщества. Благодаря демократической партии Турции удается стать экономически сильной страной, которая из-за своей географии получала деньги через торговые пути, через туризм и поставки оружия, вследствие чего в 1952 году Турция вступила в НАТО. Эта партия становилась монопольной и авторитарной, из-за чего случились массовые бунты, которые были уже на шаг от гражданской войны, но поскольку в армии была неопределенность, произошел военный переворот. К власти пришел полковник, он создал комитет национального единства и запретил деятельность политических партий. За полтора года правления КНЕ была подготовлена новая конституция Турции, установившая роль государства в экономике, запрет эксплуатации религии и расширение свободы граждан. Кроме того, была организована чистка среди армейской элиты. Однако, все-таки этот комитет организовал парламентские выборы. Партия справедливости, преемница демократической партии, выиграла. Вскоре эта партия разделилась, и над Турцией потерялся контроль. Полностью преодолеть политический кризис не удалось, и за период с 1971 года до 1980 года в Турции сменилось 11 правительств. В конце концов, в результате решительного нового военного переворота пришел ко власти Совет национальной безопасности, после которого Турция начала стабилизироваться. И в 2003 году ко власти пришел ранее судимый Реджеп Тайип Эрдоган, который был демократическим мусульманином, приверженцем консервативного толка, и он хотел вступить в ЕС. Вот уже 16 лет пытается... Ну а на этом все. Пишите новые темы для видео и объедините ли мне две серии истории Турции на пальцах. Спасибо, до скорого!